Европейский Союз предоставит Молдове 250 миллионов евро финансовой поддержки. Деньги предназначены для приобретения необходимых запасов природного газа и электроэнергии, а также для помощи уязвимым семьям. Заявления прозвучали в ходе пресс-конференции, которую Майя Санду провела совместно с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Темой обсуждения стал энергетический кризис, с которым в настоящее время сталкивается наша страна. Мы подготовили дополнительный пакет энергетической поддержки для Республики Молдова. 200 миллионов евро будут предоставлены для того, чтобы Республика Молдова могла купить необходимое количество природного газа, 100 тысяч в качестве гранта и 100 тысяч в виде кредита. Деньги будут доступны с января следующего года и предназначены для закупки необходимых запасов природного газа и электроэнергии. Кроме того, Евросоюз предоставит нашей стране бюджетную поддержку в размере 50 миллионов евро на поддержку семей, нуждающихся в помощи для оплаты счетов фактур в холодное время года. В то же время Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия работает с секретариатом энергетического сообщества над созданием схемы спасения Молдовы от энергетического кризиса, в котором мы оказались. Со своей стороны, Майя Санду отметила, что, по ее мнению, решение «Газпрома» о прекращении поставок природного газа на 50% носит политический характер. Энергоресурсы используются как оружие, направленное против демократии. Есть контракт с «Газпромом», в котором четко прописано, какие объемы должны быть поставлены. И вы знаете, что «Газпром» в одностороннем порядке решил эти объемы сократить. Граждане Республики Молдова платят за потребленные объемы, даже если цена очень высока. Председатель Еврокомиссии, в свою очередь, поделилась опытом Евросоюза по экономии, а также поиску других источников поставок энергоресурсов, кроме российского концерна. Когда-то Российская Федерация была крупнейшим поставщиком ископаемого топлива в ЕС, а ЕС был крупнейшим покупателем. Теперь дело приняло другой оборот. За последние 8 месяцев российский «Газпром» сократил поставки природного газа на 80%, но нам удалось это компенсировать. Мы диверсифицировали наши источники поставок и обратились к другим странам, таким как США, Норвегия, Азербайджан, Алжир и так далее. В ходе пресс-конференции Майя Санду отметила, что благодаря экономии граждан в прошлом месяце было потреблено на 57% меньше природного газа, чем за тот же период прошлого года. При этом потребление электроэнергии сократилось на 14%. В прошлом году Европейский Союз предоставил нашей стране около 840 миллионов евро в виде безвозвратных кредитов и грантов. Ранее в интервью «Политику» премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что планирует попросить у Евросоюза 450 миллионов евро. Завтра с визитом в Кишинев прибудет председатель Европарламента Роберта Мецола. У нее запланирована встреча с Майей Санду, после чего последует совместная пресс-конференция. Визит главы Еврокомиссии проходил под неодобрительные возгласы протестующих, которые собрались неподалеку от администрации президента. Манифестанты скандировали антиправительственные лозунги ровно столько, сколько длилась официальная конференция. После ее окончания демонстранты ушли. Группа манифестантов пикетировала в среду вечером выходы из аэропорта Кишинева, пытаясь таким образом привлечь внимание Урсулы фон дер Ляйен. Акцию провели сторонники партии ШОР, которую власти страны намерены запретить, обвинив ее в незаконном финансировании из рубежа. Председатель Еврокомиссии будет находиться в Кишиневе до завтра и проведет несколько встреч с молдавскими официальными лицами. Депутат от блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча потребовал заслушать министра юстиции Сергея Литвиненко на пленарном заседании парламента. Более того, он призвал его уйти в отставку, иначе БКС грозится выдвинуть вотум недоверия. Реакция последовала после публикации якобы переписки Сергея Литвиненко с другими людьми, в которых обсуждается организация конкурса на должность главы антикоррупционной прокуратуры и другие темы. Мы не можем игнорировать вчерашние события, связанные с министром Сергеем Литвиненко. Считаем это случай, чтобы он был заслушан парламентом, чтобы он выступил с четкими разъяснениями, поскольку все, что происходит, компрометирует реформу юстиции, правовое государство, а также публичные конкурсы на важные должности в системе юстиции и прокуратуры. В другой ситуации самым своевременным решением или выходом была бы почетная отставка, чтобы не поставить под угрозу реформу юстиции. Соответственно, мое обращение к господину Литвиненко: иногда лучше уйти. Если не прислушается к этому предложению фракция блока коммунистов и социалистов, выдвинет простой вотум недоверия против Министерства юстиции.
Инициативу заслушать главу Минюста поддержали всего 26 депутатов. Сергей Литвиненко не ответил на наши телефонные звонки, чтобы прокомментировать заявление. В Генпрокуратуре, между тем, сообщили, что расследуют взломы аккаунтов главы государства и министра инфраструктуры, где неизвестные, опубликовали ссылку на предположительно личную переписку министра юстиции. Сам он о проверке их подлинность, заявив, что это фейк. Однако двое собеседников из чата, в том числе Фадей Нагачевский, косвенно подтвердили факт переписки. Он обратился в компетентные органы с требованием сообщить, осуществлялся ли перехват его частных обсуждений в соответствии с законом. Следует отметить, что переписка была обнародована незадолго до заседания правительства, на котором рассматривали запрос Литвиненко одобрить обращение в КС по поводу запрета партии ШОР. Министерство иностранных дел и евроинтеграции подтвердило высылку одного из дипломатов посольства Молдовы в России. В российском внешнеполитическом ведомстве накануне отметили, что эта мера является ответом на принятое 1 ноября решение объявить персоной нон-грата сотрудника посольства России в Молдове. В МИДе, в свою очередь, пояснили, что выслали представителя российского посольства из-за недружественных действий со стороны России, в частности, нарушения воздушного пространства республики. Выражаем глубокое сожаление по поводу того, что российская сторона продолжает агрессивную войну против Украины. Подтверждаем, что решение властей Кишинева о выдворении российского дипломата, которым было объявлено 31 октября, опиралось на тот факт, что ракетные удары по Украине продолжают увеличивать риски безопасности, а граждане нашей страны все больше ощущают пагубные последствия войны, в том числе недружественные действия по отношению к нашей стране, такие как нарушение нашего национального воздушного пространства, что является абсолютно неприемлемым фактом для нашего народа. Утром 31 октября на территорию села Наславча Охницкого района упали обломки, предположительно сбитые украинскими ПВО российской ракеты. Пострадало 21 домохозяйство. Ущерб оценили примерно в 70 тысяч леев. В тот же день Кишинев принял решение о высылке российского дипломата. После этого в МИДИ заявили, что вызвали российского посла и сообщили ему об объявлении одного из сотрудников российского посольства персоной нон-грата. Во время встречи с послом в МИДИ подчеркнули, что ракетные атаки на инфраструктуру Украины наносят огромный экономический и социальный ущерб всему европейскому континенту, включая граждан Молдовы, которые также страдают из-за войны в соседней стране.